Всем привет! С вами Dream Team House! И Sweet Team. Да, и Sweet Team House. У нас сегодня гость Мия. Мия, помаши ручкой. Привет! Вот, эта милашка сегодня будет сидеть с нами в нашем новом видосе. А что мы будем делать? А мы сидим в чат-рулетке. Короче, мы решили пообщаться с нашей аудиторией в очень необычном формате. Потому что прямые трансляции, вот эти вот приколы, ну это интересно, надо что-то новое испытывать. А все новое — это хорошо забытое старое. Телешь безбожно, ну классно, давай начинать просто. 3, 2, 1, старт! Боже, мне страшно. Мне тоже. Сейчас дядя. Сейчас дядьки такие. О, привет, молодежь. Ну погнали. Брат, привет, как ты? Йоу, как дела? Йоу. А у тебя как дела? А ты капюшон? Это не капюшон, это шапка. Это Егор Крид. Егор Крид. Альбом 5.8 скачал на всех площадках, брат. Не, братан, никогда не слушал Егора Крида. Да, это не важно. На Dream Team House ты подписан, брат? Я без понятия, что это. О, Dream Team. Я в шоке. Мы тоже. Набирай всех соседей, хай все приходят. Мы тебя так долго искали. А ты так долго не появлялась. Я просто не верю. Где ты была всю мою жизнь, скажи, пожалуйста. Как тебя зовут? Меня Вика. О, Вика, у меня вот подруга Вика, поэтому так. Расходимся. И уступаем в дело. Сколько тебе лет, Зай? Мне 13. Ого! Выглядишь старше. 13? Мне кажется, мы выглядим младше, чем она. Нормально, ты Викуль вымухала. Ты красавица. Макс вышел из чата. Реально, 13, не 15. А где Артур? Да он болеет. Тебе Артур нравится? Нет, ты с ним смотришь. Я имею в виду. Просто нравится, как блогер. Не, ну как блогер, да. А как парень что, нет? Вы с ним хорошо смотритесь. Первый раз такое слышу, если честно. Ладно, солнышко, спасибо тебе огромное, что нас смотришь. Мы тебя любим. Пока-пока. Пока, и вам спасибо. Привет. Привет, Макулусик, как дела? Ты сейчас скажешь, нормально. Так, а пока наши девчата там пошли носик припудрить и все дела сделать, я посижу сам, посмотрим, сколько людей меня узнает. О, Макс, привет. Не понял. Привет, девочки, а что вы тут делаете? Да мы здесь за 40 минут в этой чат-рулетке уже столько всего увидели. Короче, мы на самом деле здесь не просто так. Мы увидели историю Dream Team о том, что вы здесь как бы чилите, и хотим рассказать о том, что у нас появился YouTube-канал, и там уже вышел первый ролик. Какой первый ролик? Первый ролик о том, как мы 24 часа ночевали в лесу. Было очень страшно на самом деле. Ссылочка в описании. Переходите. Окей, пошел смотреть, давайте. Да! Оденься, брат! Ну как так? Брат, я не могу. Сейчас. А что так? Сейчас оденусь, подожди. Шо-шо? Сейчас оденусь. Оденься. Давай, брат, футболку наверх. И глаза испуганные, просто вот бегает еще что-то. Давай. Как переодеваешься, у нас есть дети. О! Ого! О! Кроссовки можете надевать. Штаны, трусы. Что? Брат, трусы тоже. Одел. Красава, все, мужик. Ну. Могу обуться, хочешь? Как тебя зовут, сколько тебе лет? Я Егор, мне 16. Я тоже Егор, брат. А выглядишь старше. Ты вообще симпа такой. Старше? Аня. А откуда ты, бро? Симпа. Я из Донецка. Тихо, откуда ты, бро? Донецк. Донецку привет. О, моя родина. Это твоя родина. Вот, переезжаю в Питер, буду... Я вообще футболист. Так. Вот, буду пытаться играть в «Зените». «Зените»? Вот ты футболист? Это... Ты футболист? Я футболист, да. Профессионал. Я играл за донецкий «Шахтер», если я думаю, вы знаете такой клуб. Да, знаем. Я вообще, я смотрю каждый день, короче, вот тебя там жду. Я послезавтра уезжаю. Уже скоро, как раз. Как распознать голодную женщину? Ну ладно. Прости, бро. Внимание. Привет, моя хорошая. Как дела? Хорошо. А ты кого-нибудь знаешь? Кого знаешь? Ужас. Обожаю вас. У нас социал эксперимент. Ты кого знаешь по именам? Маха, Макс, Аня,
Девушку не знаю. Это Мия из клуба романтики, знаешь, «Рождённой луной»? Свитхаус, а.к.а. клуб романтики. Круто, ты попал на ТВ. Ты попал на ютуб. Я в шоке. Ладно, зайчик, мы тебя очень рады. Давайте спросим, как ее зовут. Как тебя зовут? Лиана, так же, как и новую участницу. Тебя теперь знает вся страна. Спасибо тебе большое, что ты нас смотришь. Спасибо, что ты нас смотришь. Мы это очень ценим. Ты солнышко. Спасибо. Здравствуйте. Папа, привет. А вы где? Сисик не будет. Нет, будут. Отстань! Давай, Максим, ты обещал. Отстаньте! А как будешь, красавица, я тебя увижу! На протяжении 15 минут, чтобы найти вас. Да, ты кого я знаю? Знаю, брат, ты вас. Маша, Аня. У меня тут красивая греча. Нет, красивая... Не Кирилл, я. Красивая греческая греча. Максима сказала. Сказала? А я тоже пал. Как это солнце сказал? Прости, не знаю. Это Мия. Это Мия. Эй, брат, как дела? Блин, вот Макс не начинает. Муха залетит, закрой рот. Муха залетит. Привет. Привет. А ты дуже гарна. Ты дуже гарна. Отстань. Как дела, девочка? Шо? Куда? Нормально. Кого? Шо делать будем? Ой, привет! Там много так. Пельмени любите? Да. Да. А вареники? Да. А борщ? Да. А сало? Девочки, Пищики, привет! Привет, солнышко. Кто вам больше всего нравится из Dream Team House? Все. А если вы из Sweet House? Не знаю. Мия, мне кажется, скоро она сейчас сидит, слушает, а потом начнет рвать и летать просто людей. Дом нас поджигать. Дом наш поджигать, сказать, идите. Ладно, солнышко, мы вас очень любим, спасибо, что смотрите. У тебя такие зубы белые, красивые. Спасибо. Спасибо. Как тебя зовут? Аня. О, сказка. Да, я вас обожала просто, я думала, что я не попаду к вам. Ну вот, попадешь, конечно. Не ломай стул. Я сейчас сломаю. Спасибо. О, сколько тебе лет? 17. О, ты такая взрослая. А ты откуда именно? Мариуполь, Донецкая область. Мариуполю привет большой. Мариуполь очень красивый город. Мне нравится, мне было. Смотри, красивая девочка из красивого города. Есть теперь повод первый раз заскочить. Привет. У тебя такие зубы ровные. Баби, ты сейчас бы завидела. Баби. Как тебя зовут? Откуда ты, солнышко? Меня зовут Заира. Я из Нальчика. Я ездила на гастроли, кстати. Гастроли? Нет, я в театре играла. Почему она ездит на гастроли, а я не езжу на гастроли? Алло. В Украине автобусы еще не привезли. Кого ты из нас по именам знаешь, солнышко? Тебя, Максим, Маша и Аня, Полина. Тоже на М. На М тоже. Полина! Тоже на М. Она сказала Максим. Не знаю. Мия ее зовут, солнышко. Она такое солнышко. Все это... Солнышко, большое тебе спасибо, что ты нас смотришь. Мы это очень ценим. Ты не любила, что она будет эфир вести. Как дела? Ты такая красивая. Спасибо. Она стеснялась. Чего стесняешься? Это наяву, это не сон. Это нормально, это мы. Это Dream Team House. Привет. Салам, малейку. Как дела? Как тебя зовут? Откуда ты? Сколько тебе лет? Очень много вопросов. Подожди, я, наверное, растеряюсь сейчас. Мне 14. А как тебя зовут? Кристина. Да, это он! Привет! Это было! Солнышко, привет!
Угадай, где я? Я дома. Угадай, как я? Я в норме. У меня цель, и я не помню. Я ловлю за этот повод. Если ты забыл мир... Мы спецом. Если ты забыл мир... Не играй с нас теперь загрузить. Нажимай ты или не удалить. У нас сейчас эксперимент, и нам нужно понять, кого вы знаете из нас по именам. Всех. Называйте. Из нас четверых. Макс. Ой, это Ситхауса. Девочка. Маша, Аня. И, блин, я и почему имя забыла. Шукай. Мы с Украины. Мы специально втроем, ну, каждый скачал чат-рулетку, да. Чтобы вас найти. Переход, когда делаешь. Я знаю, как сказать дурак на языке не мог. Вот так вот, типа. Так, инфа для размышлений. У него просто микрофон выключен. Ну чё, это было правда круто. Нам попались очень классные ребята. И реакция это просто бесценное что-то. Вот таким моментом ты понимаешь, что все это не зря реально. Что есть люди, которые вот настолько крутые. А, ну вы тоже с этого видео поняли, что ну зря тик. Климток это мы взяли в Dream Team. Нет, я тоже поняла, что Климтока зря взяли. Ладно. Речь он стилит неистовый. Шуч. Да ладно, Зай, чё, мы же тебя любим, извини уже. Ну, Зайчик. Мия, тебе понравилось? Да, было забавно наблюдать за реакциями некоторыми. Прям... Ребята, пишите в комментариях, кого вы хотите видеть в следующем выпуске с чат-рулеткой. Кто хочет пообщаться? С кем вы хотите пообщаться? Ну, там... Даня, Артур, Вика, меня? Лена, кто у нас там есть? Вика, Лена в Dream Team. Чисто когда не помню, кто там еще из участников, так. Ну, да. Ребята, большое вам спасибо за просмотр этого видео, что вы вообще потратили время, посмотрели, это супер мир. Лайки, комментарии, кого вы хотите видеть, я уже знаю миллион комментариев, про кого будет, очевидно. Колокольчик обязательно, чтобы не пропускать новые видео и смотреть их самыми первыми. Это прикольно смотреть видео самыми первыми. Потом идете к знакомому, говорит, а ты уже видел? Клим только один раз так посмотрел, написал первый. Ладно, ребята, мы вас очень любим. Пока-пока! Пока!